Всем здравствуйте! Я надеюсь, это последнее видео по Владу Махову. Сначала респект Наталье Митровой и каналу «Лунная соната» за два последних видео. Называется «Промывка мозгов в деле Влада Махова». Промывку мозгов придумали китайцы, китайские большевики, там согласно теорию. Ну, похоже, наши блохеры взяли ее на вооружение. И продолжают промывать. Я понял фильтр Лапшина, который ушел с дела Влада Махова. Наверное, я это сделаю и я. Итак, поехали. Два дня назад у меня было обращение к блогерам. Теперь обращение к простым членам Ямы. Вы знаете, блогеры-то откупится. Там много, конечно, будет. Я посмотрел, такие вот злостные клевета, которые повлекла какие-то нехорошие последствия. У нас в России это всего где-то под 1 000 000 рублей. Но если даже вот с каждого канала и каждому по 1 000 000, это 12 миллионов. Все время забывается, что 12 человек надо каждому заплатить. Ну, такие богатые каналы, как там «Народное слово», «Коча» откупится. А вот садисты из Ямы, которые писали призывы к расправе, потом какая это будет расправа, там бросить собакам, там, забить палками, что-то камнями там читал. Это все отксерено, во-первых. И YouTube зафиксировал все эти жалобы. Все это зафиксировано. И у многих уже установлена личность. А вы как думали? За все нужно отвечать. После блогеров очередь придет ярым представителям Ямы. Самым злым, самым нехорошим. У меня нет претензий к простым представителям Ямы. Ну, умственно скромные люди, наивные. Ну, хрен с пальцем путают. Все время одни и те же вопросы задают, на которые я, кстати, в 40 роликах не по разу ответил. Они снова и снова задают. И не спешите сейчас туда задавать там. Почему Дербанов выскочил из бани? Куда попал Влад Бахов? Я на все это ответил. 40 роликов. Постепенно смотрите. На все ответил. Но все время хочется им хрен подменить пальцем. И с таким вот шарами задать какой-нибудь глупый вопрос. К вам не будет претензий. А вот к садистам будет. Понимаете, вот вам будет тяжело потом расстаться с этим мифом. Потому что чем ты больше заплатил за миф, за неправду, тем тяжелее с ней расстаться. Это известный факт. Я про это тоже рассказывал. Многие наверняка до гроба будут верить в эту теорию, в этот миф преступления. Прямо до гроба. В прямом смысле слова. Будут умирать. И попросят вместе с православными иконками положите мне образ Влада Бахова и Ивана Фадеева. Это, конечно, совсем отмороженные, там совсем мало их. Вы имеете право думать так, что Влад Бахов это мессия, Иван Фадеев это его апостол. Но у себя дома, пожалуйста, думайте, вешайте там. Я вот либеральных взглядов человек. Но не надо транслировать этот бред в информационное пространство. Я изначально понимал, меня спрашивали, почему ты пришел в это дело. Я изначально понимал, что в правовом поле эти 12 ребят легко победят, потому что они правы. Там все понятно, очевидно. И никаких фактов представитель Ямы не знают, потому что все их знания от ток-шоу, от блогеров и тому подобное. Можно сказать, что они ничего не знают об этом деле. Смех и грех. Они уже полностью, некоторые с ума сошли на нем. Уже ночами новые ролики смотрят. А не знают ничего. То, что вот было на самом деле. Ну вот так вот люди устроены. Что ж поделаешь. Вам же тяжело очень будет.
Ответ СКА, мой брат, вообще вот, он скоро будет очевиден. Блогеры все сольются. Там будет судебный процесс, тяжбы, они все начнут так сливаться. Потом займутся реальными ямы. И простые ямы останутся вот с такими шарами. Будут по сторонам смотреть. И непонятно, что им будем делать. Они вот только с друг другом переписываться. Нас предали. Я ухожу из этого дела, понимаете? После балагана с черепом, что там какой-то череп неандертальца. Это вообще, то есть мед. Это Степ, конечно. Это балаган какой-то. Ты должен был это. Что я еще должен был? Я заканчиваю. Я хорошо поработал. Мне за себя не стыдно. Смотрите мои ролики. Я сейчас поснимаю некоторое время про онкологию. У меня мама умерла от онкологии. Дядя. Несколько человек сейчас болеют, знакомых. Сейчас тема моя преодоление. Онкология и момент вот этот вот. Когда человек тяжело болен, смертельно. Он, кстати, херней не будет заниматься, как Владом Баховым. Я вам 100% даю. Никто не будет, кто там онкобольные, такой херней страдать, там что-то ролики искать. Потому что время на вес золота. Ты бережешь каждый вздох, вздыхаешь им. Ты живешь, а не существуешь в этом цифровом поле. Если вам некуда говно скинуть, идите к психологу. Я много раз говорил. Всем спасибо, всем пока. Если я кого-то обидел, меня извините. До свидания.